более 50 лет. Занавес красного бархата, столь любимый всеми домами культуры Советского Союза, открывал все мероприятия в этом зале. Но жизнь не стоит на месте. В 2020 году сцена Санчурского районного дома культуры преобразилась. Здесь появился новый театральный занавес, который сочетает в себе современные материалы и классический дизайн. Площадка Дома культуры в Санчурске стала премьерной для нового продукта под торговой маркой «Имлайт». Материал «Имлайт Велюр», из которого изготовлен главный занавес сцены. Собственная разработка компании. Аналогов этому материалу на рынке не существует. На данном объекте мы использовали ткань «Имлайт Велюр». Ткань двухслойная. Велюр плотностью 350 грамм и подложка с шумопоглощающей и противопожарной пропиткой. Общая плотность ткани 390-400 грамм. Достоинство этой ткани в том, что оно не требует повторной противопожарной пропитки на весь срок эксплуатации ткани. Преобразования в Доме культуры начались в 2018 году, когда мы заявились в программу «Культура малой родины». Начали мы с ремонта, благодаря которому мы, в принципе, сделали этот зал. И вот в этом году мы при помощи фирмы «Имлайт» смогли обновить механику сцены и одежду сцены. Принцип у нас такой: если инициатива идет, помогать надо. Изначально мы только начали первый год участвовать в гранте, мы все понимали, что под текущим ремонтом не все возможно сделать. Конечно, мы были немного опечалены, но все равно сделали по максимуму все, что могли сделать. Самым большим камнем преткновения был зал. Уже на базе планирования документации фирма «Имлайт» там оказала очень большое содействие. Они помогли нам разработать и просчитать механику сцены и одежду сцены, начиная от кабинета, заканчивая кулисами. Они предложили новую нам ткань, которая подходит для красивого яркого занавеса. Функционал кулис теперь позволяет размещаться более интересно, и зритель не видит артистов, которые в будущем должны выйти на сцены. Я всю жизнь мечтал выйти на авансцену в роли конферансье. Выступает Дарья Ухова и Мария Ерофеева. Санчурский районный дом культуры построен в 1967 году. Время больших преобразований пришло в 2018 году с участием в программе «Культура малой родины». В ходе большого ремонта были обновлены все ключевые пространства Дома культуры. Фойе, учебные и репетиционные классы и, конечно, зрительный зал. Меня поразило, с каким уважением, рвением народ исполнял песни, танцы. Они живут здесь своей какой-то определенной жизнью. Благодаря тому, что вот произошли такие перемены за последние два года, люди к нам стали тянуться больше. Стало больше приходить детей в наши кружки. Всего у нас занимается более 200 человек в кружках. Есть вокальное направление, есть танцевальное, есть театральное направление. В этом году мы открыли еще декоративно-прикладное направление. Цветовая палитра ткани «Имлайт Велюр» на сегодняшний день составляет 54 оттенка. 6 основных оттенков всегда имеются в наличии на складе.